интересно, ты говорил до передачи, ты сказал, что, что с одной стороны, человечество просто научилось, ну, действительно, да, оно меньше ссорится, но с другой стороны, человечество просто научилось себя балансировать. То есть система законодательства стала более совершенной. Да, точно. И в этом ключик как раз в этой статье, которая и опровергает все, что он говорит. Человечество стало саморегулироваться лучше, самоконтролироваться лучше. Государственная власть стала сильнее. При этом, возможно, какие-то перекосы, которые внутри личности из-за этого развиваются. Из-за того, что человек просто раньше, как вот... Я тебя просто процитирую до передачи. Захотел кого-то убить, вызвал на дуэль. Ну, то есть тебя достал кто-то, вызвал его на дуэль. Убил. Убил. Ну, если получилось. Как бы, если не получилось, он тебя убил. Ну, по крайней мере, все искренне и быстро происходило. А сейчас люди изощренным методом вносят в себе это. И вот если говорить о сердце, которое как раз для нас важно с тобой сегодня тоже об этом поговорить и определить, то сердце человека неизвестно, стало ли лучше. Ну, это мы прям, да, это мы уже разобрались. Поворачиваемся именно к самой вот. Сердцевине. Да, вот нашей поэтому темы. Про Пинкера. Да? Пинкер говорил о том, что научным методом, если это исследовать, поверхностно, как бы, то есть, смотря с внешней точки зрения, то тогда действительно можно с ним согласиться. Но никто же не знает, что происходит у человека в сердце. И как это вообще определить? Да, я с тобой согласен, потому что пока ты едешь от Южного Бутова до Октябрьского поля на автомобиле, ты столько раз в сердце своем захочешь причинить зло тем, кто тебя окружает на дороге, что, в общем-то, если бы мы такими средневековыми методами пользовались, да, то, возможно, произошло много убийств.